Майский фестиваль трактовок и интерпретаций хода и итогов Второй мировой войны с каждым годом все красочнее. Борьба за наследие победы все ожесточеннее. Самым амбициозным и порой беспринципным участником этих баталий является, конечно, современная Россия. Темой победы Кремль спекулирует и во внутренней политике, и использует в своих внешнеполитических интересах. Россия безапелляционно присвоила себе звание спасительницы мира, игнорируя не только роль союзников, но и благополучно задвинув вклад союзных республик. Именно поэтому важно сохранить свою роль в этой войне и не дать никому монополизировать победу. Итак, при населении в 3,5 миллиона человек из Азербайджана на фронт ушли 681 тысяча человек, из них более 10 тысяч женщин. 250 тысяч человек не вернулись. В годы войны Азербайджан был главным поставщиком на фронт нефти и нефтепродуктов. Это составляло свыше 70% общего объема, производимого в тот период в СССР. В Баку производилось более 130 видов вооружения и боеприпасов, в том числе истребители Як-3 и снаряды для легендарных «Катюш». В Гяндже было отремонтировано и отправлено на фронт 782 самолета, свыше 1550 авиадвигателей и других запчастей. Из личных сбережений граждан Азербайджана в фонд обороны было передано 15 килограммов золота, 952 килограмма серебра и 320 миллионов рублей. Огромный вклад Азербайджана, конечно же, не был оценен по достоинству. Баку, нефтяной центр страны, так и не стал городом-героем. Сегодня в России для этого находятся тысячи отговорок. По старой традиции Российской Федерации все неудобные вопросы перенаправляются к СССР. Также это работает и с трагическими страницами истории Азербайджана. Как 20 января или Ходжалы, так это СССР. А вот 9 мая – это у них Россия. За Россию! За победу! Ура! От выступления Путина 9 мая ждали громких объявлений. От всеобщей мобилизации до открытия второго фронта в Приднестровье. Ничего этого не произошло. Однако нынешнее выступление президента значительно отличалось от прошлых. Почти вся речь Путина была посвящена не ветеранам Великой Отечественной и памяти жертв войны, а оправданию вторжения в Украину. Разберем основные фейки из его выступления. Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Про каких американских ветеранов, которых якобы не пустили на парад, идет речь, не совсем понятно. Ни в американских медиа, ни даже в прокремлевских об этом ничего не сообщается. Единственная более-менее похожая история случилась еще в позапрошлом году. Американцы тогда действительно не смогли приехать в Россию, но не из-за какой-то особой русофобии. Поездку пришлось отложить из-за ковидных ограничений. О том, собирались ли они ехать на этот раз, ветеранская организация не сообщала. В этом году вообще немного желающих ехать в Москву. Ни одного высокопоставленного гостя из-за границы, даже из ближнего зарубежья. Страны, которые по-прежнему не осуждают вторжение России в Украину, также не прислали своих официальных представителей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что, мол, нынешний год не юбилейный, и поэтому приглашать никого не стали. Но раньше гости приезжали не только на круглые даты. Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать. А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. О каких именно планах НАТО, говорит Путин, непонятно. Факт в другом. Россия первой напала на суверенную Украину, которая к тому же никогда не была и до сих пор не является членом Альянса. К российским границам НАТО не стягивали войска и боевую технику, не выдвигали Кремлю никакого ультиматума. Это делала именно Россия по отношению к Украине и странам НАТО. Мало того, все последние месяцы перед нападением на Украину Запад активно вел переговоры с Кремлем. НАТО предлагало России инициативы по снижению рисков, восстановлению работы представительств, альянсов России и России в Брюсселе, а также работу по контролю над вооружениями. Летом прошлого года прошла американо-российская встреча на высшем уровне в Женеве. Лидеры ведущих стран Европейского Союза прилетали в Москву и часами обсуждали тему Украины с Путиным.
Все тщетно. В конце прошлого года Россия фактически выдвинула ультиматум. Потребовала от НАТО убрать инфраструктуру Альянса к границам 1997 года. Согласиться с таким условием Альянс не мог, и Россия развязала войну. Нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой. Разжигание русофобии, восхваление предателей, издевательство над памятью жертв, перечеркивание мужества тех, кто добыл и выстрадал победу. Фальсификацией истории Путин привычно называет любые расхождения с ее российской трактовкой. Если в странах Балтии советский период называют оккупацией, то для Кремля это русофобия. Когда в Украине ставят памятники национальным политикам прошлого, это восхваление предателей и издевательство над памятью жертв Второй мировой войны. Притом именно в России власти объявили иноагентом и закрыли общественное движение «Мемориал», которое десятилетиями сохраняло память о жертвах репрессий сталинского режима. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Оправдывая вторжение, Путин говорит якобы о желании Киева заполучить обратно ядерное оружие. На самом деле о ядерном оружии Зеленский заявил только раз – на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, и то в контексте Будапештского меморандума. Согласно этому документу, который был подписан в том числе и Россией, Украина отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности. Но эти гарантии, как показала аннексия Крыма и война на Донбассе, так и не были предоставлены. Новое обычное вооружение Запад не спешил поставлять и накануне вторжения, и даже в первой неделе после. Масштаб боевых действий, жестокость, с которой российские войска атаковали украинские города, массовая гибель гражданского населения Украины заставили США, ЕС и другие страны пересмотреть и по-новому оценить ситуацию. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. Если раньше Путин называл Крым и Донбасс частью русского мира, мол, там говорят по-русски, значит, свои, то теперь он называет эти регионы историческими землями России. Хотя Крым был силой присоединен к Российской империи только в 1783 году, а до этого там правили и греки, и турки-османы, и татары. Вторую половину прошлого века и до аннексии 2014 года Крымский полуостров был полноправной частью Украины. Что касается Донбасса, то эти земли были и остаются частью Украины, несмотря на сепаратистские и пророссийские режимы, которые захватили часть Донецкой и Луганской областей. Многие военные аналитики, которые слушали выступление Путина на параде, заметили важную деталь. Президент России ничего не сказал о недопустимости войны в будущем. А этот аргумент всегда присутствовал в его парадных речах. Maraqlı və vacib hadisələrdən xəbər tutmaq üçün Vətən TV-yə abunə olun.